Что ж, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Doom, собственно говоря, 3, BFG Edition. Так, мы сейчас где? Да, мы сейчас пойдем, в общем-то, в этот монорельс, как я понимаю. И, собственно говоря, пойдем тем самым в эти в лаборатории Дельта, которые меня очень сильно пугают. Тут некоторые говорят, что, типа, там очень-очень сложно. Да хватит тут орать-то, господи. Чего вы тут все орете-то так, а? Так, куда мне идти? Погоди, сейчас мы возьмем тут баллончик кислородный. Идти мне, наверное, вон туда вот, да? Так, еще один баллон. Давай. Все. Так, кто тут у нас будет вообще? О, здрасте. Надо его, правда, белпилой завалить. Все-таки. Но для дробовика он, в принципе, вполне себе нормально пока патронов. Так что пока можно и пострелять, по-моему. Я вот, конечно, не очень этого прикола понимаю, то, что здесь здоровье, оно быстрее, чем броня, может падать. Как-то это не совсем, скажем так, привычно. Для меня лично. Так, здесь ХП, давай возьмем. О, еще новые враги. Какие? Ух ты, блядь, какие, а? Вы кто такие, ребят? Так, вы кто такие, я пока что не понял. Лично. Они еще самонаводятся, нифига себе. Ну, прикольно. Должен я вам что сказать. Так, ну. Так, подойдем. Так вот я хотел сделать. Так, 36 хп. Маловато будет. Давайте сохранимся, что ли? Так, лифт-то едет хоть? Так, погоди, тут... Тут у нас нет ничего. Че, мы вниз поедем? А. Это было прям очень so close. Mm-hmm.
проходить сквозной, да, проход? Получается, здесь что? КП маловато, правда. Должен я вам что сказать. Очень маловато. Давайте сохранимся. Это, правда, самое время, на самом деле, чтобы сохраняться прямо сейчас именно. С такими маленькими ХП. Прям очень хорошее время. Странно тут, конечно, вот идет броня. Что я вам хочу сказать, прям вот очень странно. Тут странно идет броня, это прям вообще ничего не сказать. То есть, по идее, сначала-то должны броню снимать с меня полностью, а потом уже снимать этот ХП. А тут они как-то вместе, причем жизнь, она обычно идет быстрее. Я просто к ним не готов был, по-моему. А, ну тут мы, кстати, этих патронов можем все сохранить. Просто всех вот так вот поперели. Поперерезал. Кто тут еще есть такой страшный? Эти ХП меня прям вообще вот сейчас не радуют мои. Прям вот серьезно. Так, но. А, вот я откуда тут аптечку взял. И вот как, простите меня, если они самонаводятся, как мне от них уворачиваться? Да, здрасте. И вам здрасте. Захоронимся. Так, тут пусто. Что-то это как-то не монорельс, это какой-то, я не знаю, какие-то промышленные помещения. Очень сильно на это похоже, по крайней мере. Как мне кажется.
Что-то на это прям вот очень сильно похоже. Не какой-то не монорельс вообще. По-моему. Не знаю, правда, кто его монорельсом вообще, в принципе, назвал. Но это прям вот вообще не монорельс. Так что, братан, долго можем так перестреливаться. Я в конечном итоге выиграю, конечно же. Так, ух ты, как тут страшно, да? Выброс ядовитых веществ в атмосферу. Запустите процедуру очистки. Включить неработающий насос, говорите? Здрасте! Так, хилка. Так, ну... Так, хипешка. О, тут еще много хпшки, да? Давайте сейчас, что ли, все вот так вот сделаем. Хотя бы 72, чтобы было. А дальше уже посмотреть будем. И как бы чё? Дайте. Или куда? Открывается вроде. А, не, погоди, мы же отсюда пришли. По-моему, да? Получается, да, мы отсюда пришли. По идее. Я очень сильно в этом не уверен, но, по-моему, мы отсюда как раз пришли. Да. Мы тут поднимались вот наверх. Где-то нам сейчас нужно найти этот насос. Все-таки. Так, давай-ка сохранимся на всякий случай. Очень вовремя. Решил я сохраниться. Вот тут давай еще раз. Ну вот у нас лестница обслуживания, да? Что у нас тут будет наверху? Тут я ничего нажимать не могу, в этом не знаю. Может, мне, конечно, туда наверх вообще попасть нужно, по этим по трубам. Вероятнее всего. Хочу вам что сказать. Да, ну так и смысл. Смысл какой-то, а что здесь? Насосная станция выключается.
Это, простите, и все, что ли? Я думал, тут какой-нибудь квест будет вообще по поводу этого насоса. Что тут выключать долго нужно будет, не? Такого тут не предвидится. К сожалению, да. Так, вот в эту вот черную, я так понимаю, лучше нам не наступать, да? А не можно. Можно наступать. Вполне себе. Но осторожность все равно не повредила бы, по-моему. Так. Привет. Че, ты тут один? И все? Все, больше не будет никого. Ой, какие звуки страшные. Это что, это пауки, что ли? Сейчас полезут откуда-нибудь. Прям очень страшно. Давай сейчас возьмем птичку все-таки. Ой, пойдем дальше. Ну да, конечно. Как же я... Блин, по-моему, скучала. Пауки. Так, все. Больше. Больше тут, я так понимаю, вас не будет. Пока что, по крайней мере. Птички не нужны. У-у-у. Это вообще нормально. Вовремя патроны закончились. Так, тихо. Готов, товарищ? А, их так сбивать можно? Ух ты, интересно. Ракеты, прикинь, просто патроны можно сбивать. Оказывается. Я что-то даже как-то не особо задумывался над этим просто. А это мне зачем? Это мне, чтобы сделать кабум где-нибудь, да? Похоже на то. Смотри, прям базука какая-то тут. Так, сейчас опять на свежий воздух выйдем, да? Ну да. Ну как сказать, на свежий? Я бы еще прямо сказал, что прямо он на очень свежий. Но на воздух выйдем, это да. Это хорошо. Так, чё? Чё мне тут надо сделать? Я этого не очень понимаю, если честно. Чем-то наверх надо куда-нибудь забраться. Ой, не, я сейчас не успею. Я сейчас реально не успею, по-моему. Во, отлично. Правда, там хп потеряли очень много.
31. Ну, будем надеяться, где-нибудь тут аптечка будет. Я прям на это очень сильно буду надеяться. Она тут есть, глянь. Хорошо. Так, тут мы ничего нажимать не можем. Ты все идешь, так спешишь найти нас, найти меня. Не стоит торопиться, я везде, и все вокруг мое. Прими нашу благодарность за то, что вызвал флот. Предупредил его, они летят сюда, летят к нам. Мы ждем, ждем, чтобы воплотить в реальность их самые чудовищные страны. Здорово. Здорово, братан. Да улезают-то. На землю приходит адское войско, имя которому Легион. Но ты этого уже не увидишь. Ты увижу. Задолго до того, как сможешь их предостеречь. Давай, удивляй меня. Удивляй меня. Так, и куда мне сейчас идти? Такой вот у меня вопрос. По идее, куда-то... Нет, сюда мы не заберемся, к сожалению. Так, тут у нас ничего не работает, все поломали. А, так, может, погоди, может, меня тут сейчас поднимут, а? Точно. Внимание, система воздухоочистки отключена. Да сейчас тут глянь, ничего есть вообще. Да, конечно. Очень много врагов ставить, это, конечно, прям вообще гениальнейшая идея. Ничего не могу сказать по этому поводу. Для такой игры прям, ух, супер идея. Обожаю такое в играх. Ты все идешь, так спешишь найти нас, найти меня. Не стоит торопиться, я везде, и все вокруг мое. Прими нашу благодарность за то, что вызвал флот. Предупредил его, они летят сюда, летят к нам. Мы ждем, ждем, чтобы воплотить в реальность их самые чудовищные страхи. Они встанут по моим знаменам и на их кораблях. На землю прибудет адское войско, имя которому Легион. Но ты этого уже не увидишь. Ты умрешь задолго до того, как сможешь их предостеречь. Станция 1В.
Не запрыгнули. Так, вот тут давай сохранимся. Система воздухоочистки отключается. Еще раз сохранимся. Внимание! Ситуация повышенной опасности. Выброс ядовитых газов в атмосферу. Так, сюда мы не сможем попасть, к сожалению. Готов. Что-то этот газ, он на меня вообще не работает. Я так понимаю, что он отравлять типа меня должен. Доступ временно блокирован. Зона повышенной опасности. Не, вот если честно, вообще не понимаю, как это должно работать, но по-моему, он меня вообще сейчас не отравляет. Да. Так, не, погоди, нужно пилу взять. О, тут аптечка есть, хорошо. Надо запомнить, что тут у нас есть аптечка вообще. Потому что это, правда, очень хорошо. Да ты почему ты не попадаешь, а, господи? Только в упор, если по этим по головам стрелять, то он не попадает. Вот что-то я вообще не понял, как он работает реально. Совсем.
То есть, по идее, он меня уже сейчас завалить должен был, этот газ вообще. А я что-то все еще живой. Странно как. Очень странно. Как-то. Доступ разрешен. А, и типа все, да? Ну ладно. Поверю на слово. Самые бесячие вот эти вот противники, которые вот головы. Так, все, ты открыто. Ребят, у меня уже последний этот. Так, ну на этом-то хоть все. Сейчас что было, что он не попал. Или он попал, я этого просто не заметил. Непонятно. Непонятно совсем. Мне вот это вот дело. Так, это у нас что? Это у нас лифт. Ладно, погнали вниз. Так, что, все, вас больше не будет тут. Ситуация. О, какой газом в атмосферу. Кто тут такой, а? Ор, прям. Что-то тут кто-то такой не очень сильно дружелюбный, а. Я вам что хочу сказать. Ой, что, сейчас босс будет? Блин, дверь. Правда, босс сейчас будет у нас. Похоже. За Ктулху такой. Да, понятно. Понятно, что это за Ктулху такой, короче. Так, погоди, а мне его с чего валить-то? Погоди, с этой получается. Я, в общем, просто других вариантов не вижу тут. Совсем.
Учитывая то, что у меня мало очень ХП, сейчас других вариантов я тут, правда, просто не вижу, банально. Зато птичка есть хотя бы. И на этом спасибо. Короче, я думаю, сейчас мы отсюда выбираемся. Наверное, на этом уже будем завершать потихоньку. Это с вами часть. В ней у нас довольно много, мне кажется, было событий. Да, сейчас там еще все осмотрим. Что-то, мне кажется, мы там не все еще облазили. Вот здесь вот именно. О, еще птички были. О, нормально. И что я вам хочу на этом, ребят, сказать? На этом я с вами хочу, ребят, попрощаться, наверное. Такие дела. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте идеи избранные. Все это, как вы знаете, очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем за все это, как всегда, большое-большое-большое спасибо. И всем на этом до свидания. Всем на этом, ребят, пока.